Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю видео о подведении итогов 2016 года. И не говорите мне, что уже начался 2017. Тихо. На протяжении всех вот этих вот дней 2016 года со мной были вы и мои друзья и кони. Но так как вам очень нравятся мои кони в образе людей, поэтому я разрешаю им подвести итоги за меня. На самом деле я просто обленилась и свалила все на них. Они вам все равно нравятся. Итак, подвести итоги в моей жизни я даю право Оскару. Так что давайте. Встречайте. Всем привет, с вами Оскар. Мне Ксюша сказала, что я должен подвести какие-то итоги 2016 года. Для этого она мне дала вот эту фигню, я даже не знаю, что это. В общем, сейчас мы посмотрим, сколько у нас участников в группе, чего мы добились, сколько у нас подписчиков на канале и... Чего мы добились? Нормально сказала, я думаю. Я думаю, да. Так, заходим сначала в нашу группу ВКонтакте. И не забывайте в нее вступать. Ссылка в описании. Всегда. На момент съемки этого видео у нас 1037 участников. Мы молодцы. Идем дальше. На канале у нас, секундочку, минуточку, 2941 подписчик. Ребят, если вы помните, то Ксюша в прошлом году просила набрать 1000 до Нового года. Мы набрали почти 3. И она от моего лица, ну или морды, как получится, просит выразить вам большую благодарность. Также она просила сказать, что в 2016 году мы многого добились. Ну, то есть я и она. Мы сдали на первый разряд. Также она с этим обормотом и ластиком наконец-таки смогла найти общий язык. Они начали прыгать. И не сниматься. Также мы... Я извиняюсь. Также мы в этом году впервые посетили конно-спортивный комплекс «Виват Россия» и конно-спортивный комплекс... Иконоспортивный комплекс Максима Стейпа. Ура, ура. Что там еще у нас? Этот год был незабываемый, потому что мы все время проводили на соревнованиях. Господи, как у меня жопа потом болела. Вы бы знали. В коневозе поедешь, потом вся жопа в мозолях. Господи, мать моя женщина, что я несу? Спасибо всем большое за то, что вы есть. За то, что вы подписываетесь на Ксюшин канал и Ксюшин группу, где пишут про нас. Провожите. И я передаю слово Эластику, чтобы он поздравил вас с Новым годом. Всем привет, с вами Эластик, и сейчас я буду вас поздравлять с Новым годом. Пусть и прошедшим, но лучше поздно, чем никогда. Сразу предупрежу, что Ксюша сказала мне звонить только людям, которые живут не в нашем городе, то есть поэтому не обижайтесь. Так, я тут туго соображаю, и так-то туго соображаю, вот еще звонить куда-то надо, кого-то поздравлять. Ё-моё, не могу позвонить кому-то. Звоните в справочную службу вашей сети. Sorry. Я извиняюсь, Милана Трибушная. Привет тебе от Эластика. Потому что я до тебя не могу дозвониться. Я надеюсь, у них там не ночь. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Привет от Ксюши Кузнецовой. Второй неудачный номерок, к сожалению. Алло. Это кто? Это Эластик. Ксюша, это ты? Нет, это Эластик. Да. Понятно. Круто. Я звоню тебя поздравить с прошедшим Новым годом. Спасибо. Как ты его провела? Нормально, на конюшне. Это хорошо. Что ты хочешь пожелать подписчикам Ксюши? Чтобы они были такими же активными и не знаю сейчас. Пусть у тебя все будет хорошо. Пока, Эластик. Пока. Отлично. Один дозвонились. Мне становится все веселее. Алло. Ладно, Даша. Привет, Даша. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Привет от Ксюши Кузнецовой. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. До
subscribe. Жаль. Привет, Настя Иванова. Алло. 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 А это кто? Это Эластик. А, привет, Ксюш. Это Эластик. О, привет, Эластик. Привет. Я звоню поздравить тебя с Новым годом. Спасибо, тебе тоже. Чего ты хочешь пожелать Ксюшиным подписчикам? Здоровья, чтобы в новом году они все хорошо выступали. Ну ладно, спасибо. Самое главное — здоровье. И ты там давай тоже выздоравливай. Спасибо. Пока. Пока. Теперь звоним Маше. Эх, Маша, Маша, у меня сейчас поедет крыша. Абонент не отвечает. Оставьте сообщение после сигнала. Привет от Ксюши Кузнецовой. Я уже скоро сойду с ума от этих гудков. Алло. 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 Тоже надежда вся на тебя только, Настя. Алло. Алло. Это Настя? Да. А я Ластик. Кто? А, привет. Привет. Я поздравляю тебя с Новым годом. Спасибо, тебе с Новым годом. Спасибо. Что ты хочешь пожелать подписчикам Ксюши? Чтобы никто не болел и были успехи в спорте. Спасибо большое. Пожалуйста. Пока. Пока. Алло, привет. Алло, привет. Это Эластик. Да, Эластик, я тебя узнала. Как там Оскар пожелает? Оскар хорошо пожелает. Пузо нажигает. Нас, короче, нас тут, короче, четверо. Нет. Я лично очень сильно люблю свой канал. А вот, ну, эти... А мы любим тебя. Чего? А мы любим тебя. Спасибо. А что вы хотите пожелать Ксюшиным подписчикам? Мы хотим Ксюше лично пожелать, чтобы хоп, вы меньше мотала башкой. Начали... Слышала? Да, слышала ты там? Меньше ботай башкой. Хоп, такая, окей. Алло? 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 Я Эластик. Ты меня не узнала. Лиза! Лиза! Жаль. Пошу. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Привет от Ксюши Кузнецовой. В общем, привет Лизе Шварц. Алло. Алло. Алло, это кто? Это Эластик. И тебя тоже. Спасибо большое. Не за что. Удачи тебе всегда на соревнованиях, чтобы ты всегда была здоровая, всего самого лучшего. Тебе того же. Спасибо большое. Чего ты хочешь пожелать Ксюшиным подписчикам? Чтобы они были очень активными. Отлично. Чтобы они всегда лайкали и комментили. Вот. Ну, всего тебе самого хорошего. Давай, до свидания. Спасибо тебе того же. Пока. Пока. Алло, я Эластик. Не бросай трубку. Я же... Я не бросаю. Алло. Алло. Я Эластик. Здравствуйте. Ну я это, конь Ксюши Кузнецовой. Я поняла. Хорошо. А, что ты хочешь пожелать подписчикам Ксюши? Я? Да. Не знаю. Всего самого лучшего. Отлично. А тебе тоже всего самого лучшего. Спасибо. Ребята, я, конечно, извиняюсь, но тут у меня пришло смс-очка, что у меня лимит израсходован на 75%. Алло. Алло. Я Ластик. Алло. 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 Алло, алло. Это кто? Это Эластик. Привет, Ксюш. Я же Эластик. Ну, привет, Эластик. Здорово. Здорово. Как у тебя дела? У меня все отлично. А у тебя? Я не думал, что ты позвонишь. Не, ну а что мне еще-то делать? Че такой акцент смешной? Я же это, не совсем русский конь. Я немножко немец. Смесь с грузином. Чего ты хочешь пожелать Ксюшиным подписчикам? Не знаю даже. Ну подумай. О, счастья, наверное, здоровья там.
Отлично. Чтобы с Конном все хорошо было. Прекрасно. Ну, всего тебе самого хорошего. Спасибо. Пока. Мы позвонили всем, кому смогли. Телефон у меня вроде пока еще работает. Я извиняюсь, что многим не смог позвонить. Ну, как многим? Я звонил многим. Многие в трубку не брали или бросали, пугались меня. Все. Ластик справился со своей задачей. Все, пошел я нафиг отсюда. Там на них груда, я тут что, блин, как этот, связист. С вами была я, Ксения Кузнецова. И надеюсь, вам понравилось это видео. И вы достигнете всех тех целей, которые вы захотели на 2017 год. И что вы достигли всех целей, которые загадывали на 2016. Всем пока!